Алло. 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 Я тебе сказал, верни трубку. Дружка, скажи, верни трубку. Дурочка. Скажи, мне кажется, скажи, пожалуйста, скажи. Сына, слышишь? Скажи мамке, чтоб трубку взяла. Просто пусть трубку возьмет, я не слышу. А Андрюшенька мне что-то Петенька говорит. Подожди секундочку, что Петенька? Ой, он мне говорит, чтобы я трубочку взяла, Андрюша. Мне, видимо, звонят, а я и не слышу. Ой, Андрюшенька, ой, подожди секундочку, Андрюшенька. Алло, 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 не молчите, не молчите, говорите. Видимо, дружки твои, Андрюшенька, звонят и запугать меня хотят. А я не боюсь твоих дружков-тюремщиков, Андрюшенька. Я смелая женщина. Ой, как мы плохо живем без тебя, Андрюшенька. Деточки голодают, так голодают, что их от голода не видно стало ни Петеньку, ни Коленьку. Невидимыми твои деточки стали, Андрюшенька. Невидимыми. Смотри сюда, сюда, смотри сюда, смотри, я там во дворе, у нас во дворе там закопал золото, закопал, бирюлики закопал. Жрешь здесь три горла, да? Как тебе не стыдно, деточки голодают, он жрет здесь три горла, Андрюшенька. Вот столько вот там закопано. Бритвочка меня по горлу захотел, а я не боюсь тебя, ни тебя, ни дружков твоих тюремщиков, Андрюшенька, я не боюсь вас, понятно? Вот так вот, Андрюшенька. Закопано все, под деревом таким, под деревом закопано. Да нет у тебя никаких рогов, нету, верна я тебе, Андрюшенька, можешь у Петеньки и у Коленьки спросить, Андрюшечка. Ой, верна я тебе, смотри, вот любая, у нас книг немного дома, ты возьми любую книгу, там в любой книге заначка лежит. Чтоб я тебе почитала? Я тебе почитаю. Я как раз из библиотеки иду. Я книгу взяла в библиотеке. Твои-то мы не берем, боимся. Андрюшенька, Сергей Есенин стихи, Андрюшечка. Прочитаю тебе стихи, может, наставят тебя на путь истины, Андрюшенька. В синем небе гаснут зори, слышен чуткий храп коня. Ах, постой на косогоре королевой у плетня. Сосед ходит к тебе? Нет. В синем небе гаснут зори, по траве ползет туман, у крыльца на косогоре забелел твой сарафан. Вот такие стихи писала Сергей Есенин, Андрюшенька. Может быть, наставят они тебя на путь истины. Возьми, почитай, Андрюшенька. Сергей Есенин, Андрюша. Сергей Есенин, Андрюша. Сергей Есенин. Поговори со мной. Ой, Андрюшенька. А я смотрю, неплохо вы живете. У вас телефоны здесь в тюрьме. Какая-то очень интересно, Даша, Матвеевич. Куда по ним можно дозвониться? Я даже не представляю. В тюрьме телефон. Что это? Алло, алло, алло. Алло, не молчите. Андрюшенька, мне там молчат в трубочке. Коммутатор, алло. Откройте 54-ю камеру. Это воду привезли, шучу. Никто не отвечает, Андрюшенька. Алло, алло, алло. Выпустите моего мужа из тюрьмы. Он устал сидеть. Алло, алло. Алло, не работают, Андрюша, не работают телефоны. Их починить нужно. Вызовите мужа на час. Пусть починит. Я всегда вызываю мужа на час. Как мы плохо живем, Андрюша. Деточки от голода последние крошечки по полу язычками собирают вот так вот. Что язык не показывает, да? И вот, Андрюшенька, одна досочка отошла. Так вот мы под этой досочкой, Андрюша, муку нашли. До того старую муку, Андрюша, что она в шарике скаталась. Ты где взяла это? Так, Андрюшенька. Положи на место. На место положи, не трогай. Там товар на миллион. На миллион долларов. Благодаря этой муке мы только и выживаем, Андрюша. Вот скушаем ночью по шарику, а ночью потом встаем и танцуем. И танцуем, и танцуем, остановиться не можем. Да что ты не строишь? Ты стой, не ешь! Ты что ты так? Андрюшенька, я тебе из нее блинов напекла и через охранника передала, ты потом спроси. Тебя в штыре час. Ой, Андрюшенька, расскажу тебе случай. Пошли мы как-то на кладбище дедушку навестить. Так вот на могилочку два шарика из этой муки положили. Так вот ночью дождь пошел, и дед пришел. И вот мы встали среди ночи и начали танцевать. Я, Петенька, Коленька и дедушка все танцуем и танцуем, остановиться не можем. Дедушка, казалось бы, старый мертвый человек, а как он танцует, Андрюша? Как танцует дедушка? А ведь лежачий был. Мы его хотим на танцевальный конкурс записать, Андрюшенька, дедушку. Он там всех победит. Ой, Андрюша. Хотел бросить курить, а курить бросить хотел. А как бросить курить такой дурындой? Как можно? Как танцует дедушка? Ай, ты ужас какой-то, а? Ой, я тоже уже практически забыл где-то. Спасибо. Ой, пойдем, Андрюшенька, пора нам. Вот уже и охранник идет. Пора. Так, ну все, гражданочка, свидание окончено, все в порядке? Все в порядке, вы знаете, я там мужу блинчиков напекла. Ага, вы передали? Очень вкусно, в смысле, передали, конечно. Замечательно, замечательно. Не переживайте, все собираете. Ой, замечательно. Так, ну что, Рожков, готовимся по камерам в расход. Пошли. Начальник. Чего? Что там, жена ничего не передала мне?
Ничего тебе не передавала жена, сам удивился. Точно. Ну, только танец. О, это мой любимый танец, я обожаю этот собак. Вы что, сожрали что, что ли? Вы что сделали, а? Вот гады, а? Да вы что творите-то, а? Вот. А тихо, вот так вот. А у вас убежал! Граждане! Граждане, стоп! Граждане!